Насос фирмы Laguna, модель PowerJet, 2200 литров в час. Всем привет! Сегодня у нас на обзоре насос фирмы Laguna, модель 2200 литров в час. Во-первых, хотел бы поблагодарить наших друзей и поставщиков, компанию «Созвездие», которые предоставили нам данный насос по очень низкой цене для того, чтобы мы могли и показать это людям и предложить им европейский товар за смешные деньги. В цене данный насос итальянского производства будет стоить на нашем сайте как цена китайского насоса. Ну, теперь перейдем. Это сезонная такая, сезонная акция, эти насосы в ограниченном количестве, но, естественно, так как мы снимаем видеообзоры и выкладываем в YouTube, я бы хотел бы тоже снять бы и обзор, и рассказать за вообще эти насосы. Что мы получаем? Насос Laguna имеет интересную конфигурацию, классный префильтр, сеточка для того, чтобы сюда не попадали крупные частички грязи, чтобы в ротор, который качает воду, не попала какая-то грязь, которая может остановить работу нашего фильтра. Или на что мы его используем. Дальше. Всегда у итальянцев они не экономят, они делают 10-метровый провод. Это дает возможность нам его легко установить в любой части пруда и дотянуться до розетки. Сам материал самого провода настолько высококачественный, не боится ультрафиолетовых лучей. Можно его даже зимой оставлять и не боится минуса. В комплекте идет сам насос, тройник штуцер. Данный тройник можно использовать как регулятор подачи струи. Также самом есть еще выход на... Можно сделать один выход, чтобы работал на каскад или на фильтрацию. А второй выход это на фонтанчик. Имеет телескопическую форму, то есть поднимается сама насадка вверх-вниз. Как нам надо, можно направлять в разные стороны. Данный комплект насадок идет в комплекте. В этом насосе есть дополнительно штуцер, если надо сюда продлить на что-то, подсоединить. Насадка первая — это в виде дождика, вторая — это насадка делает шар. Данный насос имеет перекачку 2200 литров в час, потребляет 32 ватта. Попрошу заметить, что это довольно-таки немного, это действительно правдивые характеристики, которые, не как на китайских насосах, на многих, пишут одно, по факту совершенно другое. Данный насос может поднимать воду вверх по шлангу через заводской штуцер на высоту 1 метр 80 сантиметров. Так, время от времени у вас возникнет вопрос его обслуживания. Как он обслуживается? В корпусе вот такие зажимы, они просто проворачиваются. Все, то есть очень быстрый доступ. И вот мы добрались к нашему насосу. Наш насос. Вытаскиваем, вот можно посмотреть, то есть его можно использовать даже как помпа для других целей без префильтра. Префильтр нам нужен зачастую только в водоеме, чтобы нормально работал сам насос. Снимаем. Внутри мы видим саму крыльчатку и керамический стержень. Керамический стержень установлен сюда для того, чтобы этот насос можно было использовать как и в пресной, так и в морской воде. Керамический стержень снижает уровень шума, то есть если вы этот насос используете в каком-либо другом случае, то уровень шума минимальный. Подведем итог. Что мы в данном случае получаем? Мы получаем итальянский насос фирмы Hagen, модель Laguna, это прудовая тематика ихняя. 10-метровый провод, высококачественный насос, керамический стержень, может работать как и в пресной, так и в морской воде. Тройник с регулировкой на подачу струи. Можно регулировать, можно пускать на два выхода, можно пускать на один выход. В комплекте идут телескопическая насадка, распылитель воды.
раз, и вторая насадка на шар. Есть еще один штуцер для подключения шлангов. Мы в данном случае, благодаря компании «Созвездие», мы получаем насос высокого качества по цене китайского. Данные насосы в ограниченном количестве, потому они не будут продаваться по этой цене всегда, но пока запас по складу есть, если что, обращайтесь. Если что-то заинтересует, переходите по ссылочке ниже на наш сайт zookool.com.ua. Спасибо за внимание, до скорых встреч!